В армянском политическом дискурсе дело в том, что карабахская тематика никогда не сводилась к теме территории, она всегда сводилась к теме права народа на самоопределение, вообще теме права. Поэтому Армения до сейчас, так скажем, можно чисто формально можно сказать, что да, мы признаем территориальную целостность, мы всегда признали, в Армении никогда не было территориальных претензий к Азербайджану. Поэтому, то есть, вот такая позиция может армянская власть формулировать и, так скажем, продать его народу, своим избирателям. Азербайджанской стороне это важно, потому что азербайджанская сторона в итоге получает документ, если он, конечно, будет в итоге подписан и не сорвется, получает документ, который можно... который может представить своему народу, своим избирателям, что есть некий документ, который подписала Армения, которая подразумевает следующее, что Армения признала территориальную целостность Азербайджана вместе с Карабахом.